Шо, друзья, вы еще спите, но вам доброе утро, кто проснулся уже, кто проснется. Ну а мы, Светули, время сейчас 3:30 утра, будем ехать на родину, на свой родной Донбасс, пока еще есть возможность забрать кое-какие вещи. Так что, с Богом, как говорится. Дорога домой, на родину, как говорится. Уезжаем в Днепропетровская область, едем дальше. Потихонечку расцветает, едем дальше. 2 часа пути уже у нас. Дорога там по селам никудышняя. Выехали хоть на трассу более-менее, можно чуть-чуть поехать. На педальку надавить, как говорится. Уезжаем, родненькая наша, Донецкая область. Измученная. Да, наша родная Донецкая область. Скучаем за ней. Нет слов просто. Все меньше и меньше людей разъезжаются. Смотрите, с садиком что сделали? Изверги. Дети ходили. Надо разбить было садик. Родные терриконы наши. Сколько лет прожили здесь. Скучать будем, если что-то случится, конечно. Терриконы нашего Донбасса. Донбасские терриконы. А это уже прям дорога домой. Дорога наш родной Украинск. Да. Узнаете, кто нас смотрит, кто местный, отсюда, кто городок наш. Приехали домой, собираем вещи. Домик наш, квартирочка родная. Вот такая квартира была, может и на память останется, чи как. Лучше, конечно, не надо. Телевизор забрали отсюда уже мы. Шторы хорошие поснимали, все позабирали. Поснимаю все. Вон бахают за окном. Ванночка наша. Тоже. Туда бак был, но мы его сняли, все у нас газовое. Водичка, стиралка старая, новую забрали. Вот так вот у нас было дома.
Вита там что-то бахает, собирает. Шкаф какой дочь заказали. Как его забирать, куда его там ставить. Ой, стульчик, все. Все родное. Да сейчас я сниму. Ну как ты собираешься печку вынести? Надо было стол. Ну сейчас отодвину стол. Мебель мягкая наша. Вот такая. Перед войной только перетянули, сделали все. Она, в принципе, хорошая была, но мы цвет поменяли. Зал такой у нас 3x6. Часики, люстрочка, все есть, все было, все заберут. Вот так вот. Больницы нет. Что, загрузили все вещи, которые нам надо были. Ну, надо нам все, конечно, а лучше бы оно было тихо, спокойно. Ну, кое-что позабирали. Да, полную эту загрузили в машину. К родителям заехали, зашли, тоже позабирали кое-что там, просили нас. Заехал на кладбище, тетка, дядька, проведали, конфеточек, печенье положили. Квартиру снял я на видео, память будет, а может, дай бог, и не пригодится память, будем жить дома, чего самое больше хочется, и всем, чего я вам желаю, чтобы все в своих домах жили. Возвращаемся домой потихонечку, будем ехать. Так что вот. Счастливого нам пути. Да, счастливого нам пути, а бахи какие там, ужас. Вы не представляете. Я аж подлетела. Вита аж подпрыгнула, говорит, мне плохо стало. Мне плохо стало. Я не знаю, как там находятся люди. Очень страшно и опасно. Ну все, счастливо нам пожелайте. Да. Встретимся. Едем в сторону Днепра пока. В другой области. Въезжаем в Днепропетровская область. Обратная дорога уже. Что, друзья? Павлоград проехали, движемся дальше к Днепру. Расходик вот такой на 100 километров у меня получился. Аж еще останавливались, кофейку попили. Да, остановились Витулей, кофейку попили, термос с собой взяли небольшой, бутербродики перекусили. Едем дальше, движемся дальше, да. Одним днем, в общем, мы решили. В тот раз ездили с ночевкой были, а это решили одним днем. Я уже не хочу там ночевать. Вита и ночевать не хочет там ничего. Получается, в одну сторону 350 километров. В общем, 700 километров я мотанул сегодня. Еще показывают 180 километров. Еще 180 доехать, да? 180. Ну нормально, по времени успеваем, чтобы потемно уже не переться. Так что движемся дальше вместе с вами. Что, друзья, мы уже дома приехали. Такая поездочка у нас получилась. Впечатлений, конечно, хороших мало. Ну все, надолго не прощаемся. Всем мира, добра, удачи, всего-всего самого лучшего. Комментируйте, ставьте класс, колокольчик. Будут новые выпуски. Будет что-то еще интересное, я так думаю. Ну все, на с вами надолго не прощаюсь. До новых встреч, пока-пока.